Народ, всем привет! Купил я долгожданное, как бы для меня, ружье. Это не первое, это уже третье все взял. Взял турецкий полуавтомат инерционный. Буквально на днях взял, уже успел отстрелять его. Идет он в такой коробке. Истамбул, Силах. Взял, зайду наперед, скажу, почему. Взял пластик, идет такая комплектация, книжка идет, инструкция тут на русском написана. Взял пластики, почему в пластике? У меня три ружья в дереве, то есть два ружья в дереве, это ИЖ-27 и МР-153. С ними слишком, как сказать... Точнее, головная боль, проще, наверное, бы сказать, что головная боль с этими прикладами деревянными, особенно где я охочусь. Охочусь я на болоте, на озерах, в рисовой системе, там дождь, слякоть. И у ИЖ-27 мне уже приклад лопнул, потому что полазишь по болоту, намокнет, кинешь машину, заведешь ее, разбухло, там лопнуло. Ну, короче, это ужас, надо обрабатывать маслом каким-то постоянно. Постоянно надо уход. А пластик, за ним особо не надо ухода, в плане то, что он как бы не боится ни воды, ничего. Ствол такой вот черный. Взял, хотел камуфляжную взять, камуфляжа аквапринте. Ну, в последний момент передумал, потому что на форуме там наткнулся в интернете. Ребята жалуются, у них итальянские тоже полуавтоматы в камуфляже. И жалуются, после года или двух охоты начинает облазить весь этот камуфляж. Как бы камуфляж, я думал МР-ку 153 перекрасить в камуфляж. Но мне сказали 10 тысяч это аквапринтом перекрасить. Ну, это очень дорого. На ИЖ-27 у меня стволы вороненные. Допустим, поплаваешь на лодке, стволы облазят. Я купил себе такой где-то тюбик клевера. Это холодное воронение. Облезло, замазал. Как бы, ну, обработал, все правильно, обезжирил, все сделал. И на полгода, на год хватает, не облазит. Клевер стоит 1300. Так лучше купить банку клевера, и в этой баночке хватит бог знает на сколько. Но если это облезет. А если нормально эксплуатировать, особенно как охотники некоторые просто на бережку постоят, постреляют, не так как я в лодке плаваю, по камышам лазю, через деревья, надолго хватит. Поставил сразу, тут идут проставки, вот эти вот, между прикладом и затыльником. Одну поставил, потому что у меня 1,80 м, мне коротковато она, я чуть-чуть удлинил. Уже я пробовал, как стрелял уже с него, бой вообще отличный, мне понравился. Идут с ружьем, идут 1, 2, 3, 4 и пятый в стволе дульник сужения. Самое интересное, идут, чока нету, или может это у турков такого нету понятия, как чок. Самое интересное то, что вот, сейчас попробую приблизить. Вот 0,75, вот у меня два чока таких 0,75. Потом есть у меня, точнее, дульник сужения. Потом дульное сужение 0,5 одно, это с тремя рисками. Одно дульное сужение 0,25, это 4 риски. И вот это дульное сужение, не знаю, что это за дульное сужение, может какой-то улучшенный цилиндр, скит, это 5 полосок, скит 1. То есть 2 у меня дульных сужения 0,75, я не знаю, зачем они мне отдали, 2,075. И остальные как бы нормальные, 2 вот они одинаковые, я не знаю зачем. В стволе у меня 0,5, то есть получок, вот он скит. 0,25 и 2 по 0,75. Я уже их отпробовал, отстрелял. Бой, как бы, для меня нормальный. Может, кому-то покажется
не особо удовлетворительно разброс дроби. Но для меня нормальная пятерка, семеркой стреляю. И осенью, и весной по птице. Так что вот такое вот ружье. В целом я доволен всем. Ружье мне нравится. Взял пластик. Пластик, самое интересное, вот этот вот пластик, вот эта часть, она резиновая. Руки специально мочил водой. Мокрыми руками трогал. Ружье не скользит, самое интересное. Вот это плюс огромный у пластиковых. У ружей с пластиковым цевьем и пластиковым прикладом. Ставил мишень. Буду стрелять сейчас пятеркой в контейнере. 0,5 сужения. 35 шагов я отмерил. Вот мишень такая. Утка. Буду целиться по центру. С 35 шагов. Ну, где-то, думаю, примерно метров 30 будет. Так, первый выстрел. Импала плюс. Пятерка. Фетер, высокая скорость. Получок 0,5. Честно, первый раз стреляю. Так. Так, посмотрим. Получок. Ух, нихера себе. Получок, ну нормально. В кругу, вот этом маленьком, вот этом кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Больше 40 дробин. Ну, стреляю по макету утки. 4 дробина в шее. По корпусу, вот 3, в крыло, живот и задница. Ну, в принципе, нормально попало. В принципе, нормально такое расстояние, получок этого. Как бы утка поражена. Ну, я ее чуть завысил, она высоту чуть ударила, потому что с руки, если бы с упора, то было получше. Ну, в принципе, я доволен. Нормально, на 35 шагов. Так, 35 шагов. В стволе сужение 0,75. Пятерка в контейнере. Пятерка. Высокая скорость, фетер. Стреляю в центр утки. Ну, руки, блин, трясутся. Ходит ходуном, надо было, блин, с упора. Блять, резкость какая. Ну, теперь вниз все пошло. Я же говорю, руки трясутся, где-то сюда целился, оно вниз и пошло. Надо с упора стрелять. Ну, тоже утка поражена. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать смертельных дробин в утку. А, и вот одна в клюв. Ну, я считаю, это нормально. Как бы навскидку. Если бы с упора, мне кажется, было бы получше. Ну, с упора, естественно, я не буду в болоте стрелять. О, утки налетают. Ну, в принципе, удовлетворительно. Так, мишень установил. Вот этих палок один хер толку нету. Вот для чего-то пригодятся. Мишень такая будет. Буду пробовать цилиндр 0,25. Цилиндр 0,25, фетер, пятерка, контейнер, 35 шагов. Все флажки, блин, позбивал. Ну, цилиндр тоже неплохо. 0,25 в этот круг черный. Попало. Наверное,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 дробин. В круг черный. Ну нормально. До 25 метров нормально будет на близких расстояниях утку стрелять. В принципе, я доволен. Не упал.